школе. А в школу? В понедельник, по-моему, или сегодня. Я даже, если честно, не знаю, потому что планировалось пораньше. Движение нашей воли к тому, чтобы выразить именно вот эту квинтэссенцию глубинного содержания смысла святая Русь. Что такое Русь в переводе? Кто знает? Русь или Рос? Это голова с еврейского языка, то есть главный. Так вот, святая голова, если мы так перейдем, получится, значит, все наши мысли, чувства, все переживания, движения нашего ума должны быть освящены божественной благодатью. Дорогие друзья, позвольте вам передать благословение от Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, который желает, чтобы все участники этого фестиваля почувствовали приближение вот именно к Святой Руси, соприкасаясь и сердцем, чувствами и умом, и движением всей нашей природы к этой полноте русской цивилизации. Детский образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» детской музыкальной школы номер 8 Волгограда, который образован в 2003 году. Ансамбль ежегодно участвует в концертах на самых различных площадках нашего города и является постоянным участником городских праздничных мероприятий. Только за последние 3 года стал лауреатом международных, всероссийских, областных и городских конкурсов и фестивалей, таких как «Голос сердца», город Железноводск, «Море талантов», город Сочи, казачья столица Москва, «Благовест», «Песня над Волгой», казачье Поволжье, город Астрахань и многих-многих других. Руководитель Елена Александровна Яндиева. Света зарная звезда
вырастают там, в мгле, цветут прекраснейшие розы. Ты розы светлые сорви, иди к заветному порогу, и дар страдания, дар любви, отдай дитя младенцу Богу. И вот с кошницей цветов, цветов, усеянных шипами, она вошла под пушек крови, сияя светлыми слезами. И ей в ответ в очах святых, как искры звезд, сверкнули слезы. И изо всех даров земных Христос младенец выбрал розы. Приглашается Ирина Вадимовна Барахнина. Спасибо большое.